Ні, це десь. А чому десь? Тут вже ніхто вже Надежда Васильевна, надеюсь, сумка, там у меня фуражка в ней. Наши люди пришли из нашей Христовоздвиженской общины. Прощальное слово возникло. Праздником Бога. Действительно праздник. Митрополит Сергий Иванников, Барнаул, Покровский кафедральный собор. Благослови, Господи, сохрани, как отец родной. Наши где-то здесь. Так, Владимир пришел, вовремя ты пришел. Простите меня. Меня тоже, Игнатий Николаевич, простите, я родился там, виноват. Если все. Меня, брат, прости, дорогой.
Да, прости. Все. Да-да, с Божьей помощью. Ага. Ладно. Она тоже у всех просит прощения, конечно, если что. Попросила попросить. Да. Иисус Христос. Нет, закон вас знает. Закон Господь помощь собой. И не приходится. Просите меня, Господь. А нет, и вы там есть, меня не пропагандируете. Вы не беспокоитесь. Трудимся, не ленимся. А нет, что? У нас столько людей по интернету. Как приезжать? Берегите свои обители, обязательно. Берегите, быстрый человек. Паста такая. Что ты там показал? Пока еще не знаю. Господь мне не открыл. Служебник. Нет. В машине может есть. Все, вот. Вот у нас Покровский собор. Здесь вот. Помолились, попросили друг друга прощения. Все будет. Простите меня, ради Христа. Дайте ее тогда на праздник, как бы владелец. Смотрели вас, Да, простите меня. До свидания. Бога. Спасибо, Христос, здравствуйте. Надолго заговорился. Да кто его знает, может, на следующей неделе, а может, дальше. Так, просить болит сегодня. А? Ну, это меня сразу прошло. Ладно. Все, с Богом. Да, да, в любое время подходи. Ну, завтра мы не все. Садишься? Ну, ладно. Все. На, возьми. Ага, ходи. Я с Господом, господин. Хорошо. Не знаю, что там получилось, народу много. Это не столь важно. Важно он там, что у Володи. Можешь до дома дорогу снять. До самого дома.
говори. Растянулся. Растянулись, едем домой уже. Да, идем домой. Все нормально, все хорошо. Выехали домой, все, он залыбался мне с праздником, но я говорю, тоже с праздником. Я говорю, ну что, с Великим постом. Ну все. Ух ты, ничего себе. Ой. Кажется, как натянуло. Алло. Алло, звонили. Алло. Да, Сергей, а я забрал уже где-то. Все, брат там дома. Сразу. Ну, хорошо. Да, ну все, все, спасибо. Как она себя вела? Хорошо ну, себе, хорошо себя вела. Ага. Денежку, ну, денежку оставили брату? Да, 1500, да. Да, все, хорошо, Володя. Все. Угу, все, спасибо. Да не за что. И, до свидания. Да бог-то знает как. Ну, к тому еще звание надо. Да что, тонулся сказать и все, зачем он нужен-то? Никак нельзя. Только так скажи, секретаря все хранится, и она не имеет права выдавать. Конечно. А чего они так? Для чего это нужно им? Тут какая-то партия разыгрывается. А для чего? А? Я не знаю, откуда я знаю. Вот. Ну. Ну да. Ну да. Все, ничего нету. Наше дело сидеть спокойно. Наше положение такое, представь себе, это сегодня, я не смогу ничего сказать. Дворкин, это мой брат родной, с одной чаши причащаемся. Все, которые съедают там Головина, это все мои братья. А так я никакого отношения к этим преступникам не имею. Они поняли, это что, я зайду, это только даст власть убивать меня законно. А так они ничего не могут. Они равно могут отлучать баптистов, пятидесятников и меня. Разницы никакой нету. Они ничего не могут сделать сейчас. А к ним пойти, это сразу петля на шею. Все, пока. С Богом. Проехали Ленинск. Ну вот так. Ты это говори, Динамо там еще, это, посмотри, какой стадион, комментируй подряд здание, какая улица. Вот это что, администрация вон налево нашего района, центрального. Ну ладно, все, можно оторвать.